Всем привет, мои Роксята, и сегодня мы довольно-таки на необычном фоне находимся. По выходным я решила делать рубрику что-то типа странных игр. Собственно, в этот раз я решила поиграть в игру, она называется «Родина». Она есть у нас в соцсетях, по-моему, ВК и Одноклассники. Я зашла через Одноклассники. Насколько я знаю, вроде бы как ее еще можно скачать, но это не точная информация. Так, тут в принципе все пока нелегко, потому что мне пока только 4 уровень. Я только начала, прошла обучалочку. То есть тут у меня есть курочки, завод с кормами, где я могу кормить курочек, точнее делать для них корм. И печь пока только батоны. Ну, в общем, сложно пока все идет у меня. Да. Также у меня есть машина, которая отправляет мои заказики. В общем, так вот я вам все это быстренько покажу. Такие видео будут выходить только по выходным. В основном будем, наверное, с вами играть в Roblox, Slime Rancher и так далее. Так, ладно. О, 5 уровень. Круто, мне доступны теперь коровки. Алло, смотрите-ка, у него такая рожа странная. И он такой разговаривает, и тут у него... В общем, ладно. Забираем наши монеточки, коробочки, молочный завод. Круто. Наверное, сначала нужно купить коров, да? А куда мне их поставить? Мне некуда поставить их. О, туда можно, да? О, крутяк. Ставим сюда коровочек. Здравствуйте, коровочки. Добрый вечер. Кушайте, коровочки. И давайте сразу купим наш завод. Завод для коров. И куда его тоже поставить? Куда его поставить? Только сюда, ну ясно. Сколько он будет? Давайте ускорим. Та-дам! Молока у меня, так понимаю, нет. Но я могу ускорить одну из коровок. Так, и делаем одну сметанку. И тоже ее ускоряем. Хорошо же так жить, да? Так, что еще? Могу сделать им недоступные что-нибудь еще? Грядочки. Грядочки недоступны новые. Пока мне ничего нового недоступно. Так. Могу пилить уже, да? Я могу пилить. Слава богу. Спиливаем все это нафиг. Жалко, конечно, лес рубить, но... О, мне дали какую-то доску. Это мне... Так, это мне еще недоступно, ясно? Что я могу делать? Мне здесь нужна пшеница, здесь не нужны яйца. Что ж, придется воспользоваться нашими курочками. Простите, но мне придется вас немножко ускорить. Спасибо. Спасибо. Ну, здесь у нас выводочек больше, так что отправляем вот это. Наверное, еще одну курочку ускорим. Быстро же я так сейчас бриллиантики потрачу. Ну, ладно. Тут нам надо еще одно яйцо. У нас больше нет курочек. А, нет, вот еще одно есть. Так, сейчас мы тоже этот заказик отправим. И, наверное, уже скоро перейдем на следующий уровень кукурузка. Так, наверное, посадим пшеничку, потому что у нас тут везде пшеничка нужна, а у меня просто совершенно нет пшеницы. Машина, машина, быстрее, пожалуйста. Машина едет очень медленно, вот как по мне. Была бы она скоростная какая-нибудь. О, 6 уровень, крутяк. Что это такое? Сахарный завод, круто, круто, очень круто. А, рынок, стабильный источник прибыли. Продавая излишки, мы можем зарабатывать монеты. Кроме того, на рынке мы можем покупать необходимый товар у соседей. Круто, круто. Ага, инструкция. Ну, знаете, по этой инструкции все равно ничего не понятно. И... Оу. Круто. О, моя физиономия. Круто. Давайте продадим вот эту доску. Обновление в газеты на 3 часа. Это надо или надо? Ладно. Ладно. И тут тоже продадим. Цена продажи. Продаем. Вот это тоже продаем. О, мне все покупают, крутяк. Но мне больше продавать нечего просто. О, я богата. 600 рублей. Круто же.
Сейчас, наверное, уже не так легко будет проходить мой уровень, потому что уже 80 надо звездочек набрать, уже не так легко. А еще у меня курочки все. О, мне дали пилу. Это можно, значит, что-то еще срубить. Кайф. Это срубим. Сготовился наш корм. О, мне теперь доступна лепешка. Для нее нам нужны яйца. А здесь нужна пшеничка. Прикольно, прикольно. Здесь у нас корова. Ясно? Я так нажала на корову. Корова. Ну, ясно, я хотела просто посмотреть время. Так, у меня... Что? Ага. Отправляем. А можно уже вот эту... Мне можно газеты пользоваться. Ништяк. Я сейчас яйца куплю дешевые. Круто. Офигеть. Что-то еще можно купить. Кукуруза дешевая. Ну вот, всю кукурузу купили. Целых 10 штук. Офигеть, я думаю. Круто. Еще дешевые яйца. Нет, я не успела, естественно. Но зато я смогу запустить лепешки. И ускорить их, наверное. Что мне тут еще доступно? Батон. Кстати, напишите мне в комментариях, кто уже играл в эту игру когда-нибудь. Кто не играл, она прикольная, в принципе. Только ее просто нужно хорошенько прокачать. Так, давайте вот, к примеру, пшенички. Ну ладно, давайте возьмем две пшенички. Игрок Данил. Верные друзья. Посмотреть карту друга. Это что? А, ну это уровень, понятно. Давайте вот сюда. Данил уже... А, мы к нему в гости едем, понятно. Это у меня... Вау. Офигеть. Фига себе, фермочка, да? Тут еще столько всяких крошулок. Круто. Очень круто. Ну да, по сравнению с моей фермой, это, конечно... Да. Так, кстати, дешевая кукурузка. Мне нужна... Что это было? Мне нужна еще кукурузка. Так, вот здесь всего лишь 35 уровень. Ну да, видно, что здесь прям не все так гладко. Поэтому да. О, боже, я приехала домой. Смотрите, сколько мне всего теперь можно отправить. Что мне отправить? Здесь 20 звездочек, 13 звездочек, 22 звездочки. Отправляем вот это. Оу, это тоже сейчас отправим. Наверное, сейчас отправим и на этом окончим мое видео, потому что, ну, я думаю, что такие азы мы с вами уже прошли. Так, приехала наша машинка, мы перешли на следующий уровень. Да. Зайди в режим магазин, затем... То есть мне предлагают украсить. Ну да, тут в принципе вообще так красиво, ромашки и самое то. А, ну да, что-то изменилось, конечно, на хранение. Но зачем я только что их достала? Нафига? А, прекрасно, продолжай наводить красоту. Да господи. Я хочу машины отправлять, мне деньги нужны. Какая красота, нафиг. Челик к нам идет. Привет, челик. Сахарный завод. Так, мне что-то еще доступно. А, вот грядочки. Вот грядочки мне реально нужны. Чили хочет у меня тростника забрать. Ну, хорошо. Ну что ж, ребята, наверное, на этом мы кончим наше видео. Всем пока и до следующих выходных с этой игрой. Пока.